Перед началом нашего торжественного богослужения подошла ко мне сестра и говорит: мы хотим поблагодарить Господа за то, что мы пожали в этом году. Это хорошее желание. Да, тогда, пожалуйста, те, которые пожали нечто особое в этом году, выходите сюда вперед с тем, что вы пожали. Не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает. Что посеет человек, если в плоть посеяли, от плоти получите плоть, да? Новую плоть, долгожданную, желанную, да? Я хотел бы прочитать одно место из Священного Писания, может быть, просто напоминать о том, что некогда женщина очень переживала, уже проходят молодость, года, свежесть, а у нее нет ребенка. И в конечном итоге эта женщина посещает богослужение, ну как некоторые на праздниках. Каждый раз, когда богослужение, она приходит и молится Господу со слезами, изливая душу свою. И она в этом переживании и в желании говорит следующие слова. О Господи, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Это, конечно, идет речь о Ане, помните, да? Друзья, сегодня, я думаю, что перед нами семья, которая тоже долго молилась, ожидали. Они не настолько престарелые, это только начало, пусть Бог благословит. Хорошее начало у вас. Потому что это наша семья, наши друзья получили от Господа прекрасный плод, дитя мужеского пола. И назвали его Натан. Натан. По-русски Нафан. Пророк Нафан. Есть такой, да? Помните, да? Что такое или кто такой пророк? Это никто иной, как человек Божий, который несет его слово народу. Друзья, вы подумали, когда вы назвали своего ребенка этим именем? А, имя прекрасное, да? А какое последствие? Думнезев вода, да? Что Думнезев валуа, да? Но я когда астăzi unim foarte frumos, Dumnezeu te, Dumnezeu e, да? А вы знаете, когда вот Бог дает, и в Слове Его мы находим, что Он и берет, то я хотел бы прочитать еще один стих, чтобы иметь понятие всего этого. «О сём дитя молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него». Вы просили у Господа дитя мужеского пола, будущего пророка. Дитя, да? Здорово. И это есть, да? Ну тогда в Слове Божьем я хочу вас предупредить, что это дитя, Нафан, пророк Божий, это человек, посвященный Богу. И эта женщина говорит: я отдаю его Господу на все дни жизни его, чтобы он послужил Господу. Друзья, получая, надо отдавать. Вы готовы отдать этого дитя Господу во все дни? Во все дни, да? Пусть Господь тогда благословит. И прочитаю быстренько еще несколько слов. И мы, вставши, помолимся и попросим особого Божьего благословения на прекрасное наследие. Господь печется о своей церкви, правда? Мы придет время и уйдем с этой земли. А если церковь позволит Господь, чтобы еще жила на этой земле, то нужно последовать. Прекрасные Божьи дети, Нафаны, пророки Божии, которые будут возвещать Слово Господне всякому человеку. Итак, в Слове Господь говорит следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов ваших, говоря им:
я произнесу слово нашего прекрасного новорожденного Натана, а после этого вы все подтвердите словом «Аминь». Это так, Господи, да? Давайте вставши, мы прочитаем эти места, а потом помолимся. Итак, благословляйте сынов ваших, говоря им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, Натан. Аминь. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и да помилует тебя, Натан. Аминь. Да обратит лицо Господь свое на тебя и да даст тебе мир, Натан. Аминь. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, на ваших сыновьях, и я благословлю их, говорит Господь. Итак, мы готовы помолиться. Но прежде всего, наверное, надо, чтобы родители помолились и благодарили. Это дар особый, правда? Поэтому по-особому вы готовы благодарить Господа. Давайте вместе с церковью поддержим родителей и вместе мы попросим Божьего благословения для этого. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru noi. Îți mulțumesc pentru familia mea. Îți mulțumesc pentru această biserică. Îți mulțumesc pentru Paști și pentru roadele tale. Îți mulțumesc în special pentru roadele vii care sunt în această biserică și pe tot locul. Îți mulțumesc pentru faptul că atunci când vei se cera, vei avea ce. Îți mulțumesc pentru toată roada care ne-ai dat. Rugă, Doamne, să fii parte la familia noastră, să fii parte la creșterea acestui fiu. Te rugăm să ai grijă de noi, să ai grijă de El. Cu mâna Ta cea bună să stai deasupra noastră și deasupra Lui. Te rugăm, Doamne, ca să fii permanent de lumele noastre și să ne lași în pradă celui rău. Te rugăm, Doamne, ca întotdeauna să ne dai tărie și înțelepciune inimii ca să fim mulțumitori. Amin. Господи, мы знаем, что наши дети – это Твое благословение. И сейчас наши друзья пришли пред лицем Твоим с этим даром от Тебя. Они желают посвятить своего сына Тебе и делу служения на этой земле. Поэтому, Господи, мы всей церкви просим, особо благослови эту дитя. Дай ему рост физический. Дай ему и рост духовный, оберегая, охраняя. Ты, Господи, сохрани в целости и душою, и телом, и духом для Твоего Царства. А родителям дай много мудрости, много терпения и много усилий для того, чтобы они вложили будущее поколение в Сыне Своем, Слово Твое, Слово неизменное, вечное, которое дает утешение, радость и спасение. Благослови эту семью и приумножь их для славы Твоей и для нашей радости. Пусть благословения Твои почивают на этой семье, на доме их, а также на наследие, которое Ты даешь. Ты, Господи, достоин всей чести, хвалы и благодарения отныне и во веки.
Аминь. Аминь.